На очередном 6-м пленарном заседании Общественная палата Крыма подводит итоги первого года своей работы. Сегодня в рабочем процессе участвует особый гость – полномочный представитель президента России в Крыму Олег Белавинцев. Его называют крестным отцом этого института гражданского общества. И именно он в свое время сказал крымскому правительству, что республике необходима Общественная палата, связующее звено между властью и гражданским обществом. Теперь он дает оценку ее работе. Общественная палата – это тот балансир между властью и обществом, который несет очень существенную нагрузку, такую обратную связь, для того, чтобы общество развивалось, а власть не взрывалась. Исполнительная власть ежедневно с утра до ночи связана с конкретными вопросами управления хозяйством республики, законодательная работает над законопроектами, а вот общественная палата, ее роль вообще велика, и мы еще ее недооцениваем, я думаю. Общественная палата Крыма определенно впереди по сравнению с другими в Российской Федерации, подчеркнул Белавинцев. В рекордные сроки она выстроила отношения со всеми структурами власти и создала там советы. Но главное, сделала экспертизу двух проектов федеральных законов и около 20 крымских законопроектов. Лоббируя интересы крымчан в части бесплатного доступа к пляжам, праве выбора языка обучения. На особом контроле у председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе сейчас проект закона о содержании и защите от жестокого обращения домашних животных в Крыму. Кстати, федерального закона в этой части не существует. Сегодня никто не платит налогов из тех, кто содержит животных. Они гуляют, много неприятностей приносят. Сегодня никто не платит налоги и не рассказывает, как они производят животных, какое количество этих животных. Сегодня у нас нет ни одного легального рынка животных. Сегодня это все невольничьи рынки, где кто может купить любое животное и что с ним угодно делать. Ввести всю деятельность, связанную с животными, в законное русло тут же пообещал помочь Олег Белавинцев. Еще он отметил, что Общественная палата Крыма может быть смелее в своих действиях. Для Общественной палаты Крыма не должно быть никаких закрытых и неудобных вопросов. На это хотел обратить внимание. Необходимо обсуждать самые злободневные и насущные проблемы крымского общества, в том числе в сферах правопорядка и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальных услуг, а также вопросы противодействия коррупции. Однако в роли вершителя правосудия Общественная палата республики была уже неоднократно. Зимой ее рабочая группа во главе с председателем спасали от экологической катастрофы жителей села Петропавловка Симферопольского района. Там была поставлена асфальтовая такая станция, маленький заводик, и это было зимой. Когда мы туда приехали, снег был весь черный, как в Донецке возле шахт бывает. При помощи Министерства экологии и исполнительной власти нам удалось решить этот вопрос и пойти навстречу тем людям, которые там живут. И там этот вопрос решен, не работает этот карьер, и оттуда была переведена в другое безопасное место, это этот асфальтовый завод. Теперь на повестке дня спасение потухшего вулкана Карадаг, урон которому может нанести строительство и работа карьера в этой местности. По этому поводу у меня состоялось несколько разговоров с главой республики, и Сергей Валерьевич заверил нас, что без решения и согласия общественности никакие решения там приниматься не будут. В понедельник я с группой ученых и практиков выезжаю в Коктебель, мы там на месте попробуем с этим разобраться. С продвижением уже новых инициатив сотрудники Общественной палаты Крыма, юристы, промышленники и экологи обратились сегодня к полномочному представителю президента России в Крыму Олегу Белавинцеву. Тот пообещал сдвинуть с мертвой точки вопрос возвращения особого статуса крымским заповедникам и реабилитировать перед российскими чиновниками крымских преподавателей русского языка. Приехал чиновник из Росавнадзора и сказал, что наши школьники не могут хорошо сдавать экзамен по ЕГЭ по русскому языку, потому что у нас его плохо преподают и никак его не выучат. Это не соответствует действительности, поэтому если не верят нам, может быть, они поверят вам. У меня одни пятерки были по всем предметам. Она по русскому поставила 3, сказала, тебя не могли учить русскому хорошо, потому что ты учился в Азербайджане. Я вам говорю, да? Поэтому проблему я ее хорошо понимаю. И хотя, как отметил Олег Белавинцев, Общественная палата Крыма явно перерабатывает, планов на 2015 у нее много. Это по-прежнему экспертизы, подготовка к чтениям законопроектов, семинары по реформированию ЖКХ, содействие в развитии на полуострове, свободной экономической зоны и ежедневная тесная работа с министерствами и ведомствами Крыма. Светлана Квитко, Николай Гришко, служба новостей ИТВ.